На территории Чебоксарского яхт-клуба из Волги достали затонувшую яхту. Золотая красавица провела под водой 3 дня. Яхту доставали медленно. Специалисты опасались, что не выдержат тросы. Для этого вызвали специальную технику – плавучий кран. По словам родственницы хозяев яхты, судно ушло в воду в пятницу на прошлой неделе. Хозяева яхты, сестра и ее муж, они были в Греции с семьей. Оставили капитана, чтобы он приглядывал. Здесь ведется хороший контроль. Здесь есть охрана, сотрудники, центр города. Престиж, в конце концов. Никто из этих людей просто не выполнил свои прямые обязанности. У меня много вопросов. Не позвонив хозяевам, не позвонив в экстренные службы, не обратившись в МЧС. Что и говорить, случай нетипичный. Нам сообщили, когда она уже начала уходить под воду. По камерам, когда смотрели уже наши мужчины, там хорошо видно было, что с 4 утра и до 11:30 она была на воде. Яхта почти 3 сезона без нареканий. Она была в идеальном состоянии. То есть там отлично работало все управление, вся начинка. То есть она стальная. Почему судно оказалось под водой и кто виноват, предстоит выяснить специалистам. Хозяева яхты намерены ее восстановить.